Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подпишет в среду в Москве договор о строительстве российской госкорпорации «Росатом» четырех энергоблоков атомной станции в районе Ат-Даба в Египте, пишет египетская газета «Аль-Вайд» со ссылкой на источники в египетском министерстве энергетики. Сегодня ожидается подписание договора с Россией на строительство атомных реакторов на площадке Ат-Даба, сообщили источники. При этом представители Управления по делам атомных станций Египта подтвердили газете факт подписания и добавили, что Египет остался полностью доволен российским предложением компании «Росатом» на пакетное строительство четырех энергоблоков. Ранее речь шла о строительстве двух блоков АЭС. Источники также пояснили, что тестовые пуски реакторов должны начаться в 2020 году. Российские специалисты, как ожидается, начнут реализацию проекта на месте сразу после подписания договора. В феврале нынешнего года Москва и Каир подписали соглашение о развитии проекта по строительству на территории Египта первой в истории этой страны АЭС. Российские атомщики готовы построить в египетском районе Ат-Даба современную, соответствующую постфукусимским требованиям безопасности АЭС из четырех блоков по 1200 мегаватт каждый. Впервые в мире эта атомная станция будет объединена с блоками по опреснению воды, что весьма актуально для Египта. Россия готова не только построить АЭС, но и поставлять топливо, разрабатывать нормативную базу и обучать специалистов.